В Ярославле стартовал сезон субботников. По иронии судьбы, в этом году его открыли городские бомжи. В среду обитатели палаточного городка под Толбухинским мостом решили благоустроить трамвайное кольцо на Пятерке и его окрестности. Участок возле дома под снос на Углической улице. Инициатором уборки стало областное отделение Российского фонда мира. Районная администрация поддержала инвентарем. Полтора десятка бездомных добровольцев оказались не против помочь городу в знак благодарности за временный кров в палаточном лагере. Решили вот на общем такое собрание, что выйти сегодня на субботник, открыть сезон. Мы первые сегодня в Ярославле открыли сезон субботников, и люди с удовольствием пошли на работу. Поддержала территориальная администрация инициативу данной общественной организации. Мы помогли им инвентарем, мешками, перчатками, попросили клининговую компанию выделить технику, мусоровоз.